Программист из Якутска разработал устройство, призванное облегчить передвижение незрячих и слабовидящих людей. Устройство использует ультразвуковые волны для определения препятствий на пути. Первые звуки он издает при приближении от 1,5 до 2 метров. При опасном сближении сигнал становится непрерывным. Различием от традиционных устройств является то, что гайд, такое название получил аппарат, охватывает зону до 2 метров высотой и 1,5 шириной. Таким образом, он позволяет избегать столкновения как с высоко стоящими объектами, так и расположенными ниже препятствиями. Автор разрабатывает проект на полном энтузиазме. Сейчас он ищет инвесторов для привлечения финансов, но пока безрезультатно. В дальнейшем разработчик планирует оснастить устройство GPS-навигатором. Впереди стоят сонары, так получается. И эти сонары как бы ультразвуковой сигнал подают. Да, то есть, и когда он опознает объект, он отталкивает объект как от зеркала лучевой и обратно подает на плату. И тем самым он звуковой эффект еще придает. То есть звучание, что впереди объект какой-то.